Волкер. Россия затягивает конфликт на Донбассе. Так он прокомментировал видео АПСИ, на котором колонны военной техники двигаются на Донбасс с российской территории. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия способствует затягиванию и продолжению конфликта на Донбассе. Об этом он написал в Твиттер. Таким образом, Волкер прокомментировал видео АПСИ, на котором колонны военной техники двигаются на Донбасс с российской территории. Россия не только поддерживает военный конфликт на Донбассе, но и блокирует миссию по мониторингу границ, а также препятствует визитам представителей АПСИ на границу, написал Волкер. Ранее Волкер дал интервью, в котором рассказал, что на саммите в Хельсинки Трамп не дал Путину никаких подарков по Украине. Пытки и казни обеих сторон. Отчет ООН по Иловайску. По материалам сайта newsgro.com.